Доброе утро, дорогие мои! Как ваше настроение? Я уже дома. Везде хорошо, ну, везде прекрасно, знаете, но дома еще лучше. Нет, ну, я море очень люблю. Насчет моря у меня слова нету. Если в Пятигорске было бы море, я бы в жизни никуда не уходила. И сейчас мы со Светой видим за покупками. У нас впереди очень много планов. Только приехали, чемоданы разбирали, уже стирка, все переделали, все делали. Опять надо чемоданы собрать. Впереди очень много плана, свадьба, и еще другая свадьба. Хочется такой наряд купить себе, новое, что-то интересное. Настроение у меня шикарное, и желаем всем вам такое же настроение. И чтобы всем было впереди такие планы, как у нас. Только свадьба, радость, приглашение хорошее. А еще хочу сказать, вчера мы когда приехали, на дороге решили арбуз купить. Там же на дороге очень много арбузы. Мы остановились в одном месте, и это, ну, минимум 5-6 штук берем. И сыночек попробует, говорит, мам, очень сладкий, как настоящий бахча, да, настоящий. Я говорю, давай возьмем. И говорит, выходи попробуй. Я как выходила, знаешь, как приятно было. А эта продавец как раз мне смотрела на ТикТок. И я когда выходила, она от радости, вот телефон вот так набрала. Ой, тетя Руся, как это так? Я только тебе смотрела. Как это так? Как это так? Вы у меня именно остановились. У нас очень много арбузов здесь на дороге. Я говорю, вот так, значит, судьба. Я только что тебе смотрела. И также наряды, которые я сказала, доброе утро, мы уже уезжаем с такими нарядами. Она меня встречает, она от радости потерялась. И, знаешь, с одной стороны, я тоже перепуталась. Я думаю, уже знакомая. Я что-то не вспомнила. Потом она говорит, нет, я тебе с ТикТока, я только что тебе смотрела. И знаете, как это все приятно, куда ни идешь, все подписчики тебе принимают как родные. Огромное вам спасибо, чтобы везде, куда не иду, все подписчики смотрят. И хочу еще вас удивить, пока на это 7 дней я туда-обратно, у меня и в Инстаграме, и в Ютуб-канале подписались 45 тысяч людей. Это счастье, это радость на такой возрасте лет, да, мне около 60, и вот такое приятно. Просмотр, подписка есть, которые люди подписывают, значит, приятно. Огромное вам всем спасибо за новых моих подписчиков, чтобы вы находите мне интересно и подписываете. Низкий вам поклон. Я очень рада и на таком возрасте, который все молодежи мечтают об этом, а вы мне сделаете такое счастливее, я тоже чувствую себя как молодая девочка, как все молодежи это мечтают. Так что хочу всем пожелать хороший день, хорошее настроение, а нам хорошая покупка с невесткой. А потом, если будет что-то интересное у меня, я вижу, когда что-то интересный контент, я обязательно вам показываю, дорогие мои. А хочу еще вам сказать, на это 7 дней у меня цветочный сад, вот такой трава. Вечером, когда будет погода уже немножко прохладненько, и попалю, травки все почистю, попалю и вам покажу, как красиво. До и после, дорогие мои. Желаю вам хороший день, хорошее настроение, как у меня. Я вас люблю, я всегда с вами. Смотрите, я когда говорю, мне нету, посмотрите, какая трава вышла. Это армянский дандур называется. Партулак или как Света это называется по-русски? Смотрите, едобная она все. Съедобная. Съедобная она. Сейчас почищу. Может быть и дождь будет, может и полью. Сейчас посмотрите так. Травка, вот это армянский дандур называется. Армяне же без травы не может жить. Мы можем все есть, но это очень полезно еще. Можно с яйцом делать, можно мариновать. Это очень вкусно. Прямо во дворе растут, недалеко. Посмотрите, как красиво. Все заросло. Слушай. Да. И там покажи, как. Сейчас почищу. Вот. Вот смотрите, как красиво. Вот сейчас держишь. Вот, смотри. Вот так. Какая нежная, молодая. Смотрите, сейчас соберу вам. За 7 дней выросла. А теперь даже если дождик придет, я не переживаю.
Все уже полито, а другую сторону уже останется на завтра. Каждый день по чуть-чуть. Красиво? Света, все покажи, у соседа тоже. Смотри, как красиво. Все. Красота. Всем хорошего вечера, дорогие мои.